Не пострадает, все будет нормально. А где ножичек? А, вот у тебя. Какой получилась замечательный щеночек-сестричка. Посмотри, Вероника. Ой, какой красивенький. Ой, какая прелесть. Ну, с мордочкой, папа. С пятнышком. Ну, папа молодец. Папа, как здорово. Скульптор сделал. Прямо. О, как здорово. Ой, ой. Вся так. В котлетке уже. Только это сильно в котлетке. Вот смотри. Чтоб щеночек же, мордочка осталась. Котлетка у тебя сильно здоровая, Вероника. Они вместе идут в кофточку. Да, а вот и хозяин, да? Наблюдает, как они едят, да? А как же ты бабочку забыла и улитку? Смотри, вот улитка и вот бабочка. Они летают, летают, а улитка там ползет. Две улитки. Две улитки ползут, ползут. А бабочка летает, да? А человечек охотится за собаками. Да. Гав-гав. Охотится за собаками? С собаками. Гав-гав. А, охотится с собаками. Ну да, это правильно. Ну, в этом домике он живет. Ой, посмотри, какой домик получился. Ой, отлично. Вот, ты ж человечек. Поставь человечка рядом с домиком. Только не надо в домике больше ничего делать. Ножичек. Дырочку взять в домике хочешь? Опять давай пишешь. Немножечко, давай другим чем-нибудь сделаем. Да, давай, папа сделает лучше аккуратненько вход, дырочку. Вероник, ну ты сейчас испортишь домик, Вероник. Я просто делаю дырочки. Дырочки, да, но это ж пластилин, у тебя не получится столько дырочек. Вот что ты делаешь? Все, домик пострадал. Я делаю много дырочек. Домика больше нету. Бабушка, ничего ты не понимаешь. Куда? Куда в рот? В рот ты не что? Задачи. Бабушка это. Что, котлетка? Котлетка бабушки. Ой, вкусная котлетка. На. Ой, спасибо, спасибо, куколка. Спасибо, понарошку я скушал. И папе понарошку. Спасибо, девочка. Всех накормила. Какая у нас хозяюшка. А вот еще одна колбаска. Колбаска. Всех накормила девочка наша. Ой, домик жалко. Такой красивый получился. Ничего. Не получился. А теперь получился. Это колбаска для кочек. Для кочек. Колбаска для кочек. Да. Ты еще ж не кормила их колбаской. А, для котика. Все. Теперь там у котика еще зеленая колбаска. Да. Да? У него все виды колбасок, их и зеленая. Где мой домик? Сейчас, у папы. Папа хочет цветок. Осторожно, не упади, Санечка. Это, смотри, папа сейчас выдает цветочек, и мы, потому что бабочка должна сесть на цветочек. Она вот сейчас у нас совершенно несчастная. Посмотри, какой красивый цветочек. Давай, бабочка, сядь на цветочек. Посади бабочку на цветочек. Положи сверху на цветочек. Вот. Теперь все правильно. Две улитки встретились. И бабочка на цветочек села. Вот, молодец. Правильно. Дай ножик. Дай, папочка, ножик. О, спасибо. Какая воспитанная девочка. Спасибо, пожалуйста. Будьте добры. Это колбасочка. Что это за колбасочка? Маленькая еще. Да, кочка. Еще одна сосисочка, да? Еще одна сосисочка получилась. Для котика. Ну так сколько? Ну так сколько? Да. Витаминок. А, витаминок ему. Витаминок, да? В котлетках и в колбасочках. Это он не любит котлетку. Не любит? А, ой, не надо в рот, не надо брать. Ты языком помогаешь себе, да? Ой, ой, ой. Ты язык не испачкала? Нет, нет, не ничего. Нет, смотри, не надо.
Что-то все режет, режет. Колбаска. Еще одна колбаска, да? Подожди, так ты сначала ее сделай колбаску, ты же ее под тебя папа учил. Скатай. Скатай. На столике вот так катай. Маленькая колбасочка. Да, видишь, получилось. Маленькая колбасочка. А теперь ее режь на маленькие сосисочки. Детские, детские сосисочки будут. Здесь для кочков. Да, для кочков маленькие детские сосисочки. Так, а что это у тебя такое будет? Мишка. Мишка. Ну, получилось как связка. Как ты внимательно. Сосисочек и сардельчик. Ну, правильно. Да? И сразу котику. И сразу котику. Одну бабушке можешь дать. Бабушка тоже любит сосисочки. Где сосисочка? Ну, ты же отнесла сосисочку котику. Я сосисочка для бабушки. А, сосисочка для бабушки надо сделать. Да. Это будет не для бабушки, а для Мишки. Ну, началось. Да? Для бабушки. Для бабушки, бабушки не надо. Да? Мишка следующий будет. Человечек. Она и меня покормила, по-моему, что-то у меня в порту. Всех накормила, да? А где вставочка? Тоже, ой,